у него в виду. Ассаламу алейкум, дагестанцы и все смотрящие люди. Эти люди, мы общины, мы одна умма, один район, один аул, один род, одна кровь, одна армия. Между нами бывают разные конфликты, там, тут, свадьбах и в общественных местах. Но это как семейные разборки между как родными братьями. Мы, даже братья дерутся, спорят, и они маслят тоже делают. Только они знают причину своих, то, что случилось, они сами знают. И вы не имеете права обсуждать этих людей обоих. Потому что эти люди родственники, братья из одного аула, из одного района.